Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. У нас нашествие бабочек-капустниц прямо между грядками, где сыро налетела вот такая целая стайка бабочек. Посадили капусту. Соответственно, эти товарищи на капусте, наверное, повеселятся. Надо будет обрабатывать чем-то. Обычно они только так около речки. Всегда где сыро, так они садятся и сидят. Сейчас очень сухо у нас, и вот они, где сырость ищут, и сидят такими целыми стайками. И прям бабуси. Красота. Маленько потревожим. И опять видите, садятся. Целый островок бабочек. И в другом месте, смотрите, они тоже сидят. И здесь, прямо около капусты. Целая стайка. Сыро. И налетают. У меня здесь небольшие такие вот хитрости от бабочек. Но не знаю, как они спасут, конечно. Обычно бабочки думают, что здесь место занято, когда белое вот такое что-то висит. Как бы не откладывают сюда яйца, но не знаю. Надо будет, наверное, обрабатывать. Такие товарищи. Целая стайка. А им все нипочем. Опять садятся. Слетаются вот. И опять садятся сюда же. Вообще вот эти штуки должны помогать, но как я заметил, что они как бы не садились, пролетали мимо, ну не знаю. Бывает тоже еще вешают такие тоненькие палочки и наверх на них скорлупу от яиц. Такой еще способ где-то я видел. Такой в первый раз у нас такая засуха и такое нашествие бабочек. Ну а всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Ну, сейчас они опять прилетят. Их не обманешь.